Так, друзья, всем привет! Сегодня подсоединим геймпад от Xbox One S или Xbox One X или просто Xbox One к, значит, приставочке Xiaomi Mi Box S. Итак, значит, вот у нас Android запустился. Сейчас мы должны сделать следующее. Мы должны зайти в настройки. Вот, видите, в правом верхнем углу звездочка. Заходим туда. Далее, пульт и аксессуары в самый низ. И здесь нажимаем «Добавить устройство». После чего подходим к геймпаду и здесь зажимаем вот здесь вот кнопочку сверху. Вот он начинает мигать. И мы ждем. Мы ждем, после чего появляется wireless controller. Видите, вот он. Мы выбираем его пультом. Просто нажимаем ОК. Происходит подключение сразу же. Ждем, пока он перестанет мигать и загорится сплошным светом. Все, он подключен. Ну, еще раз окей. Запрос на подключение, окей, все. Он подключен и здесь уже мигает. Значит, видите, теперь можем управлять. Вот, управляем Xbox. Назад, назад, все. Еще раз назад. И здесь уже можем заходить куда-либо, запускать и так далее с Xbox. С геймпада от Xbox. Итак, друзья, ну вот, собственно, надеюсь, вам было полезно. Всего доброго, всем пока, до свидания.